Теперь Россия страдает не столько от развития капитализма, сколько от недостатка его развития. Русская история еще не смолола той муки, из которой будет со временем испечен пшеничный пирог социализма. Плеханов, 1917 год. Если социализм может быть осуществлен только тогда, когда это позволит умственное развитие народных масс, тогда мы не увидим социализма даже и через 500 лет. Ленин, 1917 год. Прошло полвека. Живы еще участники событий октября. Родилось и выросло новое поколение, для которого те дни — история. Эти три человека очень разные. По возрасту, профессии, складу ума, характеру. У каждого из них своя неповторимая судьба. И в то же время в них есть нечто общее. В чем оно? На этот вопрос, вероятно, каждый из вас ответит сам, по-своему, узнав их ближе. Меня тоже пугали сначала, что морозы там 40-градусные, а ты южанин, я сам из Баку. Просто, конечно, это страшно было сначала приехать там, где 40 градусов, там даже было больше, до 47 доходило, до 50 градусов. Я даже не знаю, ну, холодно бывает. Конечно, производительность падает, но делаем, работаем, как-то не обращаем внимания. Ну, замерзнем, погреемся. Например, вот как я сам ехал в город Дивногорск. У меня были, ну, свои понятия, что ли. Просто мне хотелось проверить себя, способен ли я на что-то большее, смогу ли я один жить, в каких условиях. Я вот до этого жил все время рядом с матерью. Ну, поэтому решение созрело давно. Все-таки я же не готовился только лишь просуществовать, дышать своим воздухом на белом свете. А к чему-то готовился к большему. Это было в 62-м году. То, что я искал, я нашел. Устроился в гидроэлектромонтаж. И с тех пор я работаю в монтаже. Монтаж бросить трудно. Но вряд ли что лучше можно найти, чем монтаж. Творческий элемент, конечно, характерная черта нашей работы. Ну, бывает, конечно, у нас бывает работа неинтересная. Но зато, когда мы выполняем свою работу, чисто по специальности, то даже не замечаешь, как время проходит. Работаем по 10, по 12 часов иногда. Ну, это в основном перед пусками. Ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик,
значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру и тут про таких не пою. Ну, конечно, не все гладко. По-моему, даже тяжело было больше. Ну, все-таки приятное вспоминается проще и легче. Я, например, как-то тяжелых минут не вспоминаю. Бывают такие отчаянные моменты, когда, казалось, все бросил бы к черту и катился отсюда. Ну, бывали такие. Мне кажется, это не только лишь у меня, но это у каждого бывает такое. Ну, в общем, это быстро забывается. Потом много приятного, много по работе. Особенно, когда работа начинает ладиться, то все великолепно, на душе приятно. И забываешь о всех передрягах, какие там были. Я читал в детстве «Три мушкетера». Там интересный такой эпизод, когда Д'Артаньян уезжает из дома, и отец его напутствует. Ну, я всех слов не помню, все того, что он ему говорил, не помню. Но самое главное, что он сказал, что на твоем пути будет слишком много трудностей, слишком много неприятностей. Но ты, говорит, всегда знай, если ты прав, если у тебя в сознании, что ты правильно поступаешь, то никогда не отступай ни перед кем, даже будь перед тобой, сам король или сам Бог. Делай так, как тебе подсказывает твоя совесть. Само собой разумеется, Дивногорск для более сильных, не так как-то громкие слова вообще-то. Но мне кажется, что остаются такие люди более решительные, да, понимающие жизнь, которые смогли найти себя в этой жизни. А человек, который приезжает, много случайных людей попадает на стройку. Некоторые приезжают просто за, не знаю, либо побольше заработать, некоторые приезжают лишь бы, так это романтику, либо это романтика, она не сладкая вещь, но так, на первый взгляд, это все красиво. Как только сталкиваются с маленькими трудностями, то и бегут. Но я знаю, что большинство из тех, кто остается, не жалеет. Я очень много ребят знаю, девчат, которые там работают уже по 5-6 лет в Дивногорске. И не жалеют, и все считают, что лучше города нет. Здесь как-то сито такое, решето. Отсеивают товарищи. Город весь приезжий. И все везут все самое новое, самое хорошее. Люди все какие-то прямые. Ну, короче говоря, камень за пазухой не держит. Если видишь, что ты что-то сделал неправильно, что ты плохой человек, он тебе прямо в лицо скажет, что ты подлец. Вот так вот. И не будет там это сентиментальничать или там это так-то выдерживать, как делают в городах, в других там. Живут два соседа, один на другого дуется и делает ему подлинное что-то, и так это втихаря. Ну да, что он не знал. Да тут это сразу так. Вот это скажет. Ну, с одной стороны, это грубо кажется, но на самом деле это правильно. Если лишь он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него. Что такое паводок? Ведь, ну, словами трудно это объяснить. Это надо увидеть, это надо понять.
И главная задача была вот предотвратить, чтобы вот эти воды не попали в Красноярск. Остановить их. Ну, как можно сдержать? Остановить, собственно, невозможно. Я бы хотел, чтобы он был бы счастливым человеком и все. Чтобы он нашел себя. Ну, чтобы не ошибался. А то слишком много людей в жизни гибнет, просто не найдя себя. Собственно, как гибнет? Я не говорю в полном смысле, что там умер или исчез. А просто человек живет и прожил свою жизнь до конца дней своих и просто существовал. Главное не то, что человеки говорят не о том, сколько он прожил, а главное, как он прожил. Вот так вот. Thank you.
родился я в селе Старачем Ровка. Это, значит, отсюда где-то 17 километров. Вот от отделения 4. Отец мой был природный пахарь. Вот. Он, значит, кузнец был, плотник, столяр. Вот такими он, значит, специальностями обладал, так сказать, в совершенстве. Он был неграмотный. Неграмотный. А маме сейчас 79 лет. Я должен сказать, что, ну, наверное, и все, значит, дети любят своих родителей. Ну, мы свою маму, значит, очень уважаем. Она с нами много пережила. Ну и в 37-м году трудностей было много. Было у нас, значит, два старших брата, которых сейчас нет, на фронте погибли. Сейчас 4 брата. Живые нас, 2 сестры. Что-то 17 или 18 внучат у нее. И уже правнуки есть. После того, как прибыл из рядов армии, поработал механизатором и поступил в заочную школу в Барнаульскую. Потом, значит, в партию вступил после комсомола. Женился я в 58-м году. Она, значит, урожденка вот этого Красного Октября, бывшего колхоза. А родители у жены, а они живут на 6-м отделении, там же вот где и мы ранее жили. Красный Октябрь, поселок, бывшая коммуна. Ну, за последний год большое изменение то, что был я просто рабочий. Был превышен к тому, чтобы мной, значит, распоряжались. И вдруг, значит, получилось так, что стал я распоряжаться людьми. Особые трудности быть на руководящей работе на этом отделении, потому что здесь народ разный, не одинаковый. Вот там, скажу про 6-е отделение Бийского зерносовхоза. В основном там одна струнка. Стоит понять определенную, значит, категорию людей, тебе становятся понятными все. А вот здесь именно к каждому, значит, должен быть разный подход. К каждому человеку. Разные характеры. Да, много отрицательных есть качеств. Вот даже вчерашний случай. Но вот как к этому можно, значит, отнестись равнодушно? Люди трудились, сеяли. Это такая техническая культура сахарной свеклы, которая, значит, требует очень такого кропотливого, большого труда. Точный такой, равномерный посев. Вот, очень ответственная работа. Вот этот товарищ, значит, Воронов заехал, значит, в пьяном виде, испохабил половину поля. Ну вот можно за это его уважать? Понятно, дело нет. Ну а ведь техник у нас Матюхина Светлана Кузьмовна. Вот.
Ну, основная черта ее характера – это несерьезность. Несерьезность. А тем более она, находясь вот на, значит, на работе как веттехник, она не соответствует вот тому месту, которое она занимает. Безразличная и равнодушная. Самое главное, вот я считаю, значит, это честность должна быть в человеке. Самое, что не на главное, это самое основное. А где есть честность, там будет, значит, и все остальное. Вот Ворошилов Иван Петрович. Прежде всего, он очень честный и справедливый. Он механизатор, он 16 лет начал работать на механизмах, раньше, чем я. К работе он относится очень добросовестно, ну, если сказать, что имеет он особые заслуги или правительственные награды. Нет, конечно, но, в общем-то, этот человек хороший. Агроном у нас на отделении Анатолий Яковлевич Уликин. Работает он в этом хозяйстве 3 года. Парень энергичный. Собственно говоря, мы помогаем друг другу. Каждый человек не привык видеть своих недостатков. Они, значит, и у меня есть, и также и у Анатолия Яковлевича, как у агронома. Вот. Вот отношение людей, скажем, вот на отделении 4 ко мне. Это, между прочим, вопрос очень, так сказать, серьезный. Тут, конечно, надо спрашивать самих людей. Вот, каждого мысли не угадаешь. Ну, в общем, я бы сказал, что ко мне люди относятся неплохо. Неплохо относятся. Я чувствую поддержку в этом коллективе. Я вот считаю, что задача, в первую очередь, руководителей, это работа с людьми. А с людьми работа будет, значит, и результат будет. Они будут работать не по указке, а по сознанию, долго, чувство ответственности. Вот о чем мы и говорим, что вот он тогда и будет чувствовать. Он будет чувствовать, он обязан чувствовать под собой, что это действительно его земля. Он хозяин этой земли. Ну, для нашего хозяйства, вот для Бийского зерносовхоза, и в частности для 4-го отделения, хорошим урожаем можно считать где-то в пределах 20-21 центнер с гектара. В этом же хозяйстве буквально 3 года тому назад получали урожай, значит, 8, 7, 9, 12 самых больших центнеров с гектара. В прошлом году это отделение собрало, значит, по 17 центнеров с гектара. Ну, в этом году урожай должен быть на Алтае хорошим. Хорошим. Да, в селе там, значит, спокойная такая, значит, жизнь. И вот напряженные такие дни, как уборка урожая или весенние полевые работы. У нас в селе можно увидеть только старушек. Больше никого. А здесь вот везде полно люду. Прям толпы. Идешь как вроде бы вот где-то на демонстрации. В основном, конечно, это народ приезжий.
даже и это столица нашей Родины, я бы никогда в Москве не остался. Уж есть уже в Кранце чай, то в Подмосковье где-то в селе. Есть уже человек, жил в селе, работал, скажем, там на тракторе, на комбайне. И по какой-то причине, значит, он выехал в город. Ему в городе в одном месте не нравится. Он, значит, на другое переходит. В том месте проработал, значит, на третье переходит. И вот так вот меняет без конца производства одно на другое. И не подумает о том, что все-таки ему нужно именно вернуться в село. И тогда он только почувствует, что действительно он на месте. Вот я, например, считаю так, что человек, который живет в селе, он счастливее. Этот человек, он больше занят живительным трудом. Вот мне, например, нравится, значит, сельская жизнь, механизация села. Я и так и стараюсь сына своего приучить к этому, чтобы, значит, и ему полюбилось. Я вот работал на тракторах, на комбайнах. Хотя это, значит, запрещено, но все равно я, значит, его брал с собой. Я, между прочим, считаю так. Если уже, значит, ну, с измала, значит, ребенок и потом взрослее, значит, находится с родителем около его специальности, он обязательно ее полюбит. Обязательно. Если уже ему, значит, ну вот, скажем, поехал я на тракторе, ну, вот другой раз Тоня скажет, зачем ты ее берешь, ты же его выможешь. Ну, скажешь, да постираешь потом, все равно его посадишь. А если уже, скажем, и в самом деле, да ладно, ты не ходи вроде со мной, да я тебя не возьму. Ведь так, значит, у него будут потом уже совсем другие взгляды. И потом, если уже как бы ты не хотел, чтобы он полюбил, он, наверное, никогда не полюбит, наверное. Ну как, ну я думаю, что я природный крестьянин. Но если уже потребуется, скажем, быть рабочим, то, пожалуй, что из меня не получится. Я не хочу сказать, что вот, ну, скажем, у меня не получится, скажем, там, у станка, что я не овладею этой профессией. Но дело в том, что я не могу без звука машин быть. Если уже был бы человек вечный, то, видимо, он более безразлично что-либо жил. А вот потому, как она есть определенная где-то граница, вот и все, дальше уже тебя нет. То поэтому человек стремится сделать больше, пока он живет. Потеряла мать, она на
Все-таки поучительная сторона в жизни каждого ученого состоит именно в том, как пришел каждый в науку, что он сделал в науке и как он делал. Причем мой личный опыт меня убеждает, что не так, может быть, важно даже, что сделал, то есть фактическая сторона науки, как важно, как сделал. Это вот те самые внутренние пружины, которые обычно ни в книге, ни в научной работе опубликованной не входят. Вот представьте, я родился во овраге, в самой пролетарской части города Царицыно. Ну, как совершенный овраг, и там где-то, понимаете, приткнулись эти самые отдельные хибарки. И вот в одна из таких хибарок была, где я родился. В семье, которая не была грамотной. И отец, и мать подписывали свои фамилии тремя крестиками. Я с детства не был избалован излишними сведениями, которым мы сейчас заполняем головы наших детей, которые уже ко всему привыкают, все считают уже ясным, само собой разумеющимся и так далее. Мы притупляем любознательность наших детей. А любознательность и настойчивый поиск – это огромный двигатель научного прогресса у человека. Конечно, вам интересно, как вообще можно было вот при такой среде, в царское время, и как можно было, на каком повороте можно было вырваться из этого заколдованного круга и сделаться ученым советским. Ну, я бы сказал, конечно, революция сыграла решающую роль здесь. И участие в революции мы. Ну, конечно, моя тенденция участвовать в революции определялась моим происхождением. Совершенно ясно, что я видел все, что было дома, в семье, такой вот пролетарской, неграмотной. Естественно, это тянуло к лучшему, к большему. А это лучшее и большее надо завоевывать. Ясно? Поэтому моя психология очень, так сказать, ясно эволюционировала в эту сторону. Когда восстали вот казаки на Дону, то Царицын оказался под угрозой. В это время, в феврале 18 года, я уже был в Царицыне. И сейчас же предложил свои услуги. Да, конечно, я был немедленно взят в качестве инспектора по возведению укреплений. Так это была моя, так сказать, должность. Инспектор штаба обороны города Царицын. Там был Иван Васильевич Тулак, первый начальник штаба обороны города Царицын. Кстати, все забытые лица в истории. Это поразительная вещь, просто поразительная вещь. Такой огромный и важный участок укрепления революции октябрьской, он выпал из памяти. Ну, на это были, конечно, объективные причины такие, но больше субъективные, конечно. Но вы знаете, что Анатолий Васильевич Луначарский был замечательный трибун, оратор. И поэтому он вот, в годы гражданской войны, он с целым поездом, как он назывался, агитпоезд Луначарского, разъезжал по всем частям вот, Южной армии с тем, чтобы ну, освещать международное положение, положение республики, положение революции и так далее. Приехал он к нам в штаб обороны города Царицын, вообще он всех обворожил сразу такой своей, так сказать, дружеской, приветливой и даже веселой моей такой манерой общаться. Ну, я воспользовался случаем, ему говорю, Анатолий Васильевич, я ведь хочу учиться очень. Вот меня заинтересовал мозг и так далее, и так далее. Ну что же, если ты хочешь очень, тогда мы, пожалуй, тебя вызовем. И секретарю сказал, что тут записал. А вот он уехал, так рассуждаем, понимаете, в другом городе он еще речи будет говорить и там, конечно, все будет позабыто. Но оказалось, однако, не то. Действительно, пришло письмо с просьбой освободить меня, и вот, что он подыскал уже место, что я могу поехать в Ленинград к Бехтерю. Ну, Бехтерев психиатр. Я уже почувствовал сам, что я буду экспериментатором. У меня весь мой мозг и склад моего ума – это эксперимент. Значит, от Бехтерева я перешел к Павлову. Павлов сам много раз говорил при жизни, как раз молодым своим ученикам, что бойтесь рутинности, даже в больших школах. Что это значит, рутинность? Вот вы на какого-то конька сели, он хорошо везет, этот конек. И вот люди едут, не глядя по сторонам уже, а может быть там идет транспорт побыстрее, скажем, мотоцикл, или это самое, или машина, вот.
Вот это он называл рутинностью в науке. Поэтому он говорил, свежие люди и свежие мысли, и свежие вопросы всегда очень важны для научных исследований. У меня была одна с ним серьезная вот стычка, которую я боялся кончиться печально. Я написал статью, это был 24-й год, написал статью «Диалектический материализм и проблема психического». Вообще, это был первый случай в Павловской школе, что его ученик осмелился написать о диалектическом материализме и о проблеме, которой он занимается. Там четвертая глава в этой статье была «Условный рефлекс». Ну, как всегда бывает, значит, хорошие друзья, которые из редакции за эту статью мою вытянули и принесли ему и показали. Вот, Иван Петрович, к нам проникают диалектики. Ну, это хороший случай, где показался Павлов, как он есть. Он меня вызвал. Говорит, Петр Кузьмич, я никогда в жизни ничьих убеждений не подавлял. Вы верите в это, вы занимаетесь, ну, пожалуйста, все. Но условные рефлексы к этому не притягивайте. Но вообще, если взять его мышленника, он, конечно, диалектик. Вот это очень редкий снимок, вы его нигде не увидите. Он как-то, ну, я его сам, откровенно говоря, так не особенно охотно демонстрировал, пока вот последний год решил все-таки вывести. Потому что там же все померли, кроме меня. Смотреть на такой снимок постоянно. Вот это ближайшие ученики Ивана Петровича Павлова. Действительно ближайшие. Вот справа сидит это Фольбарт Юрий Владимирович, через которого прошли все ученики Павлова. Это была его правая рука в военно-медицинской академии. Рядом с ним сидит Разенков Иван Петрович. Это вот московский физиолог, но он начал работать с ним в 24-м году у Павлова. Дальше сидит Арбели Леон Абгарович, вот с бородой, военный. Ну, его место известное в Павловской школе, так я не буду уж подробно говорить. Дальше Константин Михайлович Быков. Ну и потом, видите, я моложе всех, конечно, немножко. Конечно, так, историческое окружение, исторические условия, исторические развитие гипотез, концепции, теории, учений. Это вещь в высшей степени важная для каждого этапа научного исследования. Вот у нас ведь было тоже в Советском Союзе случаи, когда, скажем, догматически некоторые положения задерживались на длительное время. И прикосновение к ним считалось очень опасным. И молодежь начинала от них постепенно отходить от этих проблем. И проблемы эти сами по себе жили в замороженном виде. К сожалению, это коснулось и Павловского учения после объединенной Павловской сессии. Стенограмма Павловской сессии. 28 июня, 4 июля 1950 года. Самонохин, допуская не раз серьезные уклонения в сторону от павловского учения, увлекался модными реакционными теориями зарубежных авторов. Отступив от материализма, от мировоззрения, которым руководствовался Павлов, некоторые его ученики, в частности академики Арбели, Бериташвили, профессор Анохин, отошли от павловского знамени. Ученик Павлова Анохин под маской верности своему учителю систематически и неотступно стремится ревизовать его учение с гнилых позиций лженаучных идеалистических теорий. Чем значительнее, чем выше, чем больше и влиятельнее научная школа, чем больше она продуцирует новых фактов и новых концепций, тем больше в ней недостоверных, еще не доказанных гипотез, фантастических представлений, в хорошем смысле научных фантазий,
Это естественные следствия роста школы. И наоборот, чем законсервированнее школа, тем меньше в ней всякого рода этих вот ростков в будущем. Это принципиально для каждой области науки. Но что происходит, если руководитель большой школы вдруг умирает? Представляете положение? Значит, после него остается пирамида, основание которой это достоверное и вечное. Ну, скажем, умер Павлов. Условный рефлекс этой вечной войдет и в века, как достижение Павлова. Но дальше идут. Как процессы в мозгу текут во время условного рефлекса? Это вероятное. Это гипотеза. Это предположение. И вот разумное отношение к научной школе – это есть культура науки. Потому что вы развивать можете только тогда науку, если вы точно знаете примерную границу между достоверным и вероятным, и даже предположительным. Что случилось у нас? Какая трагедия, я бы сказал. Прямо трагедия в Павловской школе. Когда умер Павлов, то определенные лица, которые считали, что они защищают Павлова, заморозили всю пирамиду. Снизу доверху. И таким образом, все, что вечное, и то, что было однодневное, случайные предположения Павлова, высказанные им где-то на какой-то конференции, но застенографированные, стали вечными истинами, которых нельзя было тронуть. Ну, сейчас-то изменилось, конечно, все это. Сейчас совершенно по-другому уже мы подходим и по-другому ведем научные исследования. Но несколько лет после 50-го года, так сказать, ну вот года три, скажем, до смерти Сталина, была тяжелейшая атмосфера, когда вот мы все, его ближайшие сотрудники, видели, в каком направлении надо идти, видели уж, какие положения устарели, их надо уже отбрасывать, и видим, что они делаются догматическими, входят в учебники, на них натаскивают людей молодых и так далее. Это, конечно, трагедия школы. Но вот, слава Богу, все, так сказать, это восстановилось. Теперь уже видны и достоверные, и вероятные факты, и идет нормально само научное исследование. Административное вмешательство ведь очень неправильно расстанавливает силу по случайным признакам. А это нетерпимо в логике научного прогресса. Тут силы должны быть расставлены в зависимости от творческих потенций. Только так прогресс мог получиться. Самое страшное, конечно, когда рождается зависть людей, которые не создают сами ни концепции, ни нового науки, никаких идей, и не могут допустить, что рядом рождаются идеи. Вот это самый страшный момент науки. И если этот завистник, скажем, не обладает никакой административной силой, то ну и грош ему цена. Позавидовал, пожалуйста, расти сам, если хочешь. Вот все. Но если завистник обладает административной силой, это тоже. Если так охарактеризовать внутренний смысл того, чем мы занимаемся, что может быть результатом дальнейших годов работы, то я бы так сказал, что совершенно очевидно сейчас обнаружилось одно обстоятельство в науке о мозге. Что совершенно ясно, что сколько бы мы ни делали изящных и хорошо отработанных рыбачьих лодок, но из них броненосца мы не построим. То есть надо делать установку на броненосец. Что это значит? Это значит, блестящие факты, изолированные, не связанные, не дадут нам общей концепции о работе мозга как целого. Став на системный путь исследования, то есть сформулировав промежуточную модель работы мозга, который включает в себя и анализ, и синтез, мы увидели, что сразу же меняется наше представление о работе отдельной нервной клетки. Достаточно сказать, например, о таком факте, так называемая обратная связь в кибернетике. Для физиологии она была открыта, сформулирована и точнейшим образом изучена у нас за 12 лет до кибернетики. И в результате мы сформулировали обратную ориентацию и теорию функциональной системы, которая составляет сейчас основу нашей работы и, надо сказать, основу очень многих работ в мировой литературе. Каково место науки о мозге в развитии общей человеческой культуры? Ну, возьмите все в деятельность человека, от простых поведенческих актов в его житейском обычной обстановке до высших творческих актов, касающихся, скажем, познания природы,
изучении космоса, решении проблем космоса, решении всех технических проблем. Все это есть не что иное, как работа мозга. Возьмите художественное творчество, аллегории, сравнения, ассоциации. Они все связаны с высоким творческим порывом. Достаточно указать на такой замечательный литературный пример. Скажем, Горький начинает «Мальву так». Море смеялось. Как это так? Море смеялось. Как могут такие два совершенно противоположные понятия человеческой жизни и два феномена быть соединены? Море и смеялось. Только ассоциации, полученные на большом уровне возбуждения мозга, вот именно в этом творческом экстазе, только она может обеспечить такую метафору. Если говорить о всей сумме работ по изучению мозга, то, по сути дела, 48 лет посвящено этой проблеме, и 48 лет не отходил от вопросов, связанных с работой мозга. Самое важное в жизни и ученого, и других людей – это, конечно, творческое удовлетворение. Все-таки творчество – это центральный момент в жизни любой специальности. Очень хорошо выражение Горького. Смысл жизни в творчестве, оно же беспредельно. Электромонтажник, бригадир совхоза, ученые. Если социализм может быть осуществлен только тогда, когда это позволит умственное развитие народных масс, тогда мы не увидим социализма даже и через 500 лет. Ленин, 1917 год.